Здравствуйте, товарищи! С вами Миша с канала Фузболс, и сегодня рубрика «Береги снарягу». Сегодня максимально коротко я расскажу вам, как обслуживать лодку с тизипом и как ее правильно сворачивать. В комплекте с молнией тизип у вас должен поставляться вот такой вот пузырек с силиконовым гелем и инструкция по эксплуатации. Сама эта молния называется Super Seal, она газа и влагодержащая. Итак, вы получили лодку с вклеенным тизипом и первые шаги в эксплуатации. Для начала обслуживания лодки вам нужно спустить покрафт. Никогда не спускайте покрафт посредством открывания молнии. Всегда начинайте с клапана и стравите основное давление. Далее молния расстегивается на всю длину. И вот этот замечательный тюбик идет в бой. Вот такими точечными движениями по длине всей молнии наносится силиконовая смазка. Также ей обрабатывается верхняя часть поверхности молнии. И затем молнию нужно открыть и закрыть несколько раз. После нанесения смазки сухой ветошью она удаляется снаружи. Все, молния готова к эксплуатации. Теперь я расскажу вам, как сложить лодку с вклеенным в нее тизипом. Во-первых, лепестковый клапан при складывании обязательно должен быть открыт и в идеале высунут наружу вот таким образом, чтобы он не западал. Также донные клапана спускаем и фиксируем клапан в открытом состоянии. Ну и теперь лодку можно складывать двумя способами. Один это конвертиком, сейчас я вам его покажу. Но мне такой способ не нравится. В лодке все равно остается достаточно много несдутого воздуха, и в сложном виде она довольно габаритная. Поэтому я предлагаю свой способ складывания. Самое важное при складывании покрафта с тизипом – это не перегибать его, не переминать, не перекручивать, держать его в закрытом состоянии, чтобы туда не попала никакая грязь, и складывать его в самую последнюю очередь. Показываю. И вот вы видите, тизип остался в самом конце. И теперь наша задача вот этот моток намотать на него сверху. А оставшийся воздух, слышно шипит, должен выйти из открытого заранее клапана. Таким образом, вы узнали, как ухаживать за молнией тизип, как правильно сворачивать покрафт и как беречь свою снарягу. Всего хорошего, подписывайтесь на канал, до новых встреч!